А мы опять в парке, ребята. Но этого места я вам... Посмотрите, как распогодилось. Открыт парк и сегодня. Ну, людей очень мало, человек 10 всего на всего. Но смотрите, что я нашла. Избушку на курьих ножках. Так, во-первых, что это за тут? За вышеньки, черешеньки. Червоні-то спілі. Чого ж вони не зесенько виросли на гіллі? Не знаю, що це за ягода, ребята. Ей-богу, не знаю. Тут замок какой-то. На ключі заперт. Заперт, може, там какое-то у мене снаряжение лежит. Вот. Ну, в общем, это центральная аллея. А тут... А тут... Ой... Метла для бабьи, для бабушки Ягуси. Это для меня, то бишь. Вот елочные украшения. Я первый раз сюда захожу. Этот папоротник тут стоит. Пожалуйста, вам тыква и кувшин с молоком. Нормально. Сейчас я вам скажу, как это называется. Во-первых, тут елочные украшения уже к Рождеству украсили. Где-то слышу шум воды. Первая сцена. Румитаджо. Что за Румитаджо? Ну, надо считать историю парка, понимаете? Хотите, берите, читайте, переводите, ребята. Если я начну это читать, это будет очень долго. И ты на английском языке, это на итальянском. Так, ну что, движемся дальше. Тут вообще что-то интересное. Тут мы с вами еще не были. Вау! Аванти дикуа. Ну, пока мы сюда не пойдем, мы сейчас сюда пойдем. Посмотри. Заросли папоротника. Это вообще обалдеть. Куда мы попали, ребята? Гляньте, что тут творится. Горный ручей. Стекающая вода. Вот такое. Не знаю, джерело, не джерело. Ну, наверное, нет. Вряд ли. Вот оттуда где-то бежит еще один ручеек. Стекает сюда, 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 сюда. И теперь направление сюда. А что, ребята, пиццы наелись, надо же ее переваривать теперь. А что вы думали? Тяжело мне было пиццу есть, но рецепт требует того. Я в шо, вы думаете, даром своего Павла на помощь позвала? Я говорю, давай, помогай. А он говорит, ты всегда можешь опереться на мое тело. Он жрет и не поправляется, а я-то, ребята, ну я сейчас погуляю, я тоже не поправлюсь. Я действительно в этих местах еще не была. Вот это, по-моему, каштан какой-то. Потому что такие листья, как лопухи желтые, висят. Видите? А может и не каштан. Ну, похоже на каштан. Большие такие лохматые листья. И аллейка. Куда она нас везет? Куда ты, дорожка, меня завела? Та-на-на-на-на-на-на. А я не боюсь никого, ничего. Ой, там еще какой-то мосточек. Ребята. Даже не отключаюсь. Вы посмотрите, как это все. Туда идет густющий лес. А сюда. Ой, а сюда идут красивые пальмы. Да. И еще какие-то растения. Солнышко такое на дворе. Ой, я когда-то, по-моему, здесь, а может и не была, а может и была. Когда-то была, в самом начале, да, тут заваленное дерево. Точно, точно, здесь кактусы большие растут. Ну, типа как алоэ. Смотрите, какие алоэ тут растут. Сильный шум с автобама. Давайте потрогаемся. За такое алоэ, это к деньгам. За кактус будем трогаться. Он колючий. Это тоже к деньгам. Это чтобы у вас столько было денег, сколько колючек на этом кактусе. Понятно? У всех причем. А вот это, я не знаю, что это такое. Ну, вы мне расскажете. Вы-то в курсе.
Смотрите, какие красивые растения, как ежики. Вау! А тут какой алоэ растет. И опять же, желуди непонятно на каком дереве, потому что это не дуб. Это не дуб. Ой, а что тут на дереве выросло? То ли грибы какие-то, то ли ягоды, то ли что это такое? А, это растения какие-то. Вот слепец не вижу. Травой все заросло, ребята. А тут какие? А тут какие кактусы? Ой, то есть алоэ. Но не важно, алоэ тоже кактус. Ой, смотрите какой. Его что, связали? Связали тут навеки. Зачем? Кто его связал? Человеки? Смотрите. Ложу свою руку на кактус. Он, я не знаю, он гигантский. Он просто гигантский. А тут, вау, ребята, а тут сплошные заросли. И вот смотрите, какой кактус растет. Он цветет, народ. Сейчас с другой стороны зайду. Сейчас вот стану на пенек. И все равно я не дотянусь до этого кактуса. Вы знаете, он как ротик пооткрывал этот кактус. Сейчас я вам его покажу. Это так интересно. Тут кусок кактуса на земле почему-то лежит. Кто это его отчахнул? По травке ходить нельзя, но если быстро, то можно. Что это такое, ребята? Это плод кактуса. На помидор похоже. Что это такое? Вы такое видали? Вот эти помидоры вы видали? Я не знаю, съедобны они или нет, но, ребята, это очень интересно. Ой! Я вчера не смогла вам все видео грузануть. Я снимаю, и потом я вижу, что я... У меня памяти просто не хватает. Ну, в голове тоже. Смотрите, вот это автобам уже. Вы видите, как он шумит тут? Парк нависший над автобамом. Видите, машины проезжают? Вот, вот это вся шумиха. Вот. А в парке должна быть тишина. И только пальмочки стоят. И тишина. Ой, кошмар. Смотрите, как все красиво. А пальмочка нас причесывает. Мы проходим под ней, она нас по головке гладит. Боже, как это приятно. Как это приятно. Так, а сюда что у нас пошла? Нижняя какая-то дорожка. Опять нас тропинка сюда завела. Так, седьмая сцена. Парко дель Дивертименти. Ну, мы здесь были рядом, где у нас всякие качельки, карусельки. Где-то рядом мы ходили, где-то рядом мы бродили. О, смотрите, отсюда виден весь город во всей красе. Нате вам Геную во всей красе. Не часто увидишь. А? Все движется, все работает, все бежит. Вон порт. Вон аэропорт. Вон церковь. Вон море. А вот здесь огород. Где у народа все... Вау, сколько апельсинов внизу, ребята! Апельсины, мандарины, кактусы и еще какие-то деревья, лимоны. Боже, боже, боже. Но там калиточка дальше закрыта. Буду я возвращаться сюда. Все хотелось посмотреть, что же здесь за территория. Видите, отгорожено вот таким рвом, где проходит вода. И тут за сеткой, ну прямо чье-то колхозное поле, ребята. Там что-то, какое-то зеркало крутится, наверное, каких-то птиц отпугивает. Виноград. Виноград и еще, наверное, бобовые вот эти вот палки стоят. Вот, это там, где мы с вами видели мандаринчики, апельсинчики. То есть это я, получается, сейчас, если вот тут сойду, не скачу из горки, то попаду на аллею камелий. Смотрите, какой шикарный лавр. Здоровенный-прездоровенный. Ой, как хорошо распогодилось, ребята. Ой, какая красота.
Ой, иду прям и балдею. А впереди меня человечки гуляют. А что это за дерево такое? Разновидность хвойного дерева. Непонятное дерево. Вы такое дерево видали? Смотрите, какое оно красивое. А как у него ветки, интересно. Как у сосны вниз. Но они какие-то интересные, ребят. Букетные. Букетное дерево. Не знаю, как оно называется. Где-то, наверное, есть табличка. Она такая солнечная поляночка. Солнечная поляночка. На солнечной поляночке, который год подряд живет кузнечик маленький, коленками назад. А мы идем коленками вперед, ребята. Продвигаемся дальше. Мне надо свой туалет найти. Посмотреть, там чисто или грязно. Я хожу, развлекаюсь. Я хожу, улыбаюсь. А что? Работа в порту закончилась. Почему мне в парке не погулять? Я заработала. Ну, смотрите, сколько там этого поля. Видите, за сеткой. Поле, поле, поле. Надо себе для камеры стабилизатор покупать. А то в руках у меня камера почему-то шеболится. Так, что у нас тут написано? Вот если иногда читать, да, Виале деле Камелии, улица Камелий. Вот так она тут и начинается. Тишина такая, смотрите, как солнышко светит. Ой, что-то шарудит в кустах. Кто там шарудит в кустах? Шишки на нас не падают. Боже, иди собирай апельсины. Да? Вот если дотянешься туда. Ага, там такой обрыв. Не дотянешься. А апельсинов, ребята, видимо-невидимо. Слыхомо-неслыхомо. Ну, сказочно-присказочно в этом парке. Вот они вам, розовые камелии. Там вот этот белый куст, мы с вами уже их видели. Вот забраться б нам туда, к людям на плантации. А нельзя. Тут какие-то горшки у них стоят. Что они тут сажать хотели? Давайте сверху вниз посмотрим. Давайте. Не боитесь? Вот так, с высоты. Тоже где-то ручеек журчит. Рябинушка какая-то стоит. И камелия цветет. Вот она. Цветочек ты наш аленький. Что-то он мне ничем не пахнет. Я что, нюх потеряла, а? Может, они и не пахнут, камелии? Как вам кажется? Солнце, солнце. Солнце ослепляет. Так. Percorso di servizio. Это для персонала. Ну, знала бы я, куда эта дорожка для персонала ведет. И я бы пошла. Собачка лаяла. Ты чё лаяла? Я к вам не иду. А это что у нас тут? Тоже камелия сейчас зацветет. Одни бутоны. Сплошные бутоны, ребята. И вот тут сплошные бутоны, смотрите, какая она красивая. А вот здесь, вон, пожалуйста, вся камелия в цвету. И далее. Главное, что каждый день снимаешь. Ой, палец мой почему-то в кадр постоянно залазит. Каждый раз снимаешь, и каждый раз по-разному, потому что то солнышко, то пасмурно, то дождливо. То какое-то время. Время дневное не такое. Вечереет, светлеет.
темнеет и так далее. Так, где ж мой туалет? Ищу избушку на курьих ножках, найти не могу. Вот сейчас я его найду. Вот еще вам эту камелию покажу. Вот эту розовую. И пойду. Вон он наш теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Я крышу увидела. Видите, пальмами крыша забацана. Вот сейчас мы туда пойдем, уберем и домой поплывем. Завтра опять передают дождь, но сегодня небо голубое, а мы сторонники покоя. Есть кто живой в этой гроте, ребята. Хоть бы нас тут не закрыли. А то будем мы тут кукарекать. Обещала я вам озеро показать. Только что встретила свою Сильвану. Боже, сколько тут входов-выходов. Посмотрите. Ой, кошмар, кошмар. А там люди работают, понятно. Так что смотрим на озеро и выходим. Рыбки плавают здесь. Смотрите. Видали? Выходим, потому что там люди работают. Нельзя отвлекать персонал. Нельзя, ребята. Окошко светится. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный недугом орел молодой. Кстати, люди работали в касках, а я без каски, поэтому я выхожу. Я выхожу. Смотрите, какая красота. Видите? Вы такое видали? Вон, видите, каски висят. И фонари, кстати, тоже.